В рамках проекта «Аулым Алтын Бесигым» в области Жетсу активно осуществляется ремонт уличных дорог, особенно в отдаленных населенных пунктах. К примеру, в этом году в селе Мукры Коксузского района, где дороги не обновлялись многие годы, проводится средний ремонт дорожного покрытия. На данный момент 4 из 5 улиц населенного пункта уже полностью отремонтированы, а до конца месяца планируется завершение ремонта улицы Жамбыла Жабаева. По словам ответственных лиц, на эти цели из государственного бюджета было выделено 90 миллионов тенге. В следующем году планируется продолжение работ обновления уличных дорог еще в 5 населенных пунктах региона. В целях обеспечения качественной дорогой жителей Коксузского района в этом 2024 году было запланировано средний ремонт 47 улиц. На сегодняшний день окончено 35 улиц. Это общей сложностью у нас 20 километров по Коксузскому району. После окончания асфальтирования будет сделана работа по укреплению обочины, замена знаков и дорожной разметки. Я родом из этого аула и сейчас живу в районе новостройки. Раньше асфальта здесь не было, и нам, а также нашим детям, приходилось передвигаться по пыли и грязи, особенно в весенние и осенние периоды. Теперь на наших улицах появился новый асфальт. Мамы и дети очень рады. Они гуляют с колясками, а дети катаются на велосипедах и самокатах. От имени жителей села Мукры хочу поблагодарить руководство области и района за улучшение условий в нашем селе.